Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Армак, и сегодня начнем с вами небольшой такой цикл видеоуроков для полных новичков, чтобы они могли ознакомиться с особенностями игры, научиться настраивать игру, разбираться в самой игре, ну и в принципе получить такой толчок для того, чтобы стать будущими папашками. Но учиться играть на топовом уровне я советую уже после этого толчка у серьезных игроков, которые играют на том самом топовом уровне. Первое, что мы с вами изучим, это мы пробежимся по версии Героев Меча и Магии 3 Дыхание Смерти. В простонародье его называют SOT, что сокращенно от Shadow of Death. Рассмотрим, что здесь находится в папочке, какая папочка за что отвечает и так далее. Сразу, как только вы заходите в папку с игрой, вы видите примерно такую ситуацию, если она у вас с установленным HD-модом, конечно. Что здесь есть примечательного? Первое. У вас есть сами герои меча и магии, которые, если вы запустите, они запустятся, причем запустятся в полный экран. Пользоваться таким методом я не особо советовал бы вам, поскольку, во-первых, вам придется смотреть все заставки, играть со стандартным разрешением 800 на 600, не будет исправления большого количества багов, будет идти при первом запуске тестирование игры. При первом запуске будет показываться ролик с Катериной из компании, который тоже нельзя будет пропустить. А все эти моменты можно, например, пропускать, играя с HD-модом. Так что, думаю, его плюсы, в принципе, для вас должны быть налицо. Далее у вас есть ярлычок «Герои 3 HD». Это ярлычок героев, через который вы тоже можете запускать, но опять же, это больше для тех, кто уже настроил все необходимое в своем лаунчере, и игра запускается с этими настройками. Лаунчер, HD лаунчер, он так называется. Основной ярлычок, которым вы будете пользоваться для запуска. Помимо этого, есть экзешка тоже для запуска редактора карт. Вы можете здесь создавать свои пользовательские карты. В принципе, я показывал, как это делается в одном из видеоуроков. Можно генерировать случайные карты, если выбрать вот генерировать случайную карту. Вот она у вас появилась, можно доработать ее, как-то поизменять и так далее, выставлять всяческие настройки. Помимо этого есть H3 Map Big, это пофикшенная версия редактора карт. Здесь нельзя генерировать случайные карты, но у него свои особенности. А здесь размеры карты можно выставлять гораздо больше. Ну, то есть пишутся здесь такие размеры, но на самом деле гораздо больше. 252 на 252 точкам получается максимальная карта. Так что вы можете просто громаднейшие карты создавать. Также лежат вот эти вот файлики с описанием тем, как пользоваться редактором карт и редактором компании для тех, кто хочет создавать компании. Также есть вот такой вот файлик SOT Turbo. Это exe файл обычных героев, через которые тоже можно запускать герои. Но запускать его можно только через HD Launcher. Я потом покажу, как это делается. И пользуясь вот этим вот SOT Turbo, вы очень сильно ускорите анимацию в игре. То есть все юниты будут в бою быстрее ходить. И таким образом вы сэкономите себе много таймера. По поводу таймеров мы с вами тоже еще поговорим. Если будете скачивать мою сборку игры, то у вас будет лежать папочка «Текст и справочная информация». Здесь вы найдете много интересных документов, где вы сможете почитать про героя меча и магии, сможете в целом посмотреть какие-то интересные моменты, узнать о игровой механике, например, в том же физмиге, да, по соду, какие-то стратегии почитать, тоже много интересного, в общем, для новичков самое то. Также здесь присутствует редактор шаблонов, в котором можно открывать те или иные шаблоны и в этом случае смотреть, как они работают, но о шаблонах мы тоже с вами поговорим позже. И полезные программки для тех, кто хочет научиться вносить какие-то изменения в герои, работать с героями, там есть всякие калькуляторы охран, есть вот калькулятор урона. Далее папочка Random Maps. Здесь хранятся все случайные карты, которые вы начинаете. Если при запуске вам будет вот так вот показывать, то есть вы не можете запустить эти карты, значит, карта была создана с паролем,
в героях можно играть с паролями для того, чтобы против вас не читерили соперники. Потому что если вы начнете без, ну вот, например, запустим героя, нажмем открыть, перейдем в папочку Random Maps в героях. Вот переходим в герои. Давайте немножко растянем. Вот Random Maps, да, случайно созданные карты. Когда вы с соперником начинаете или с компьютером, неважно, здесь появляется новая карта, и ее можно попробовать открыть. Вот если карта была без пароля, вот эта с паролем, видите, она не открывается. Давайте попробуем найти какую-нибудь карту. Вот, вот это, видите, полностью открылось. То есть, если вы будете играть без пароля, ваш соперник таким вот образом открывает всю карту и наблюдает, где что находится, куда ему идти, где бежать к вам, откуда ожидать вас, собственно, и так далее. Это читерство, мапхак, и таким пользоваться, конечно же, нельзя. Поэтому обязательно ставим галочку для игры с паролями. Далее, папочка MP3. Здесь хранятся все музыкальные треки из Героев Меча и Магии. Можно слушать любым аудиоплеером, вытягивать отсюда музыку. Можно ставить свою музыку в герои. То есть, если вы будете заменять какие-то треки внутри героя, вам достаточно убрать трек, например, Рампарт, это оплот, да? Убираете оплотовскую музыку, скидываете сюда любой другой трек в формате MP3, называете его точно так же Rampart MP3. И в этом случае, когда вы будете заходить в оплот, будет играть ваш новый музыкальный трек. Это довольно интересно, можно под себя отдельную сборочку сделать. Еще один интересный момент. Для тех, кто хочет герои носить у себя на флешке, например, но при этом, чтобы они занимали поменьше места, можно удалить все вот эти вот музыкальные треки, которые здесь есть. В героях просто не будет музыки. И, что самое главное, герои при этом все равно будут продолжать запускаться. Далее папочка Maps. Здесь хранятся все обычные карты, в которые тоже можно поиграть, которые тоже можно открыть, посмотреть их тоже через редактор карт. Давайте с вами это даже провернем, посмотрим вам наглядный пример. Опять же в папочку заходим в папочку Maps. Вот здесь есть огромное количество самых разных карт. Давайте любую откроем. Это карты, которые делали реальные люди, не генератор случайных карт, а кто-то скачивал. Например, огромное количество карт, более 4000 для героев, вы можете найти на портале heroesportal.net. Там ребята занимаются тем, что собирают многие карты. И вы можете вот такие вот карты на прохождение играть с друзьями или просто сами с компьютером на прохождение. Есть также разные компании, которые можно попробовать сыграть. Можно самому даже попробовать какие-то компании делать. Опять же, если у вас на это есть какое-то желание. По-моему, вот этот вот файлик, он отвечает за создание. Да, редактор компании. Вот, через вот этот вот файлик. То есть сначала как вы делаете? Вы создаете сами карты через обычный редактор карт, а потом через редактор компании вы эти карты соединяете по уровням, чтобы каждая карта была отдельным уровнем, который в редакторе компании можно будет выставить их порядок, и ваш соперник будет, ну не соперник, а игрок, который будет играть вашу созданную компанию, он будет играть в ваши карты. Тоже довольно интересный момент. Едем далее, папочка Games. Здесь хранятся все игры, которые вы, в общем-то, играли. Если у вас стояла галочка на сохранение каждого игрового дня или сохранение батл файлов. Что такое батл-файлы? Если вы в лаунчере поставите галочку, то перед каждым боем игра будет сохраняться. Таким образом, если произойдет какой-то вылет или какая-то беда, можно будет загрузиться с этого батл-файла. Батл-файлов всего лишь два. GM2 — это последний батл-файл. GM1 — это с какой-то предыдущей игры батл-файл. Больше двух их быть не может, поэтому не начинайте кучу игр или делайте копии этих батл-файлов себе в какой-нибудь папочке. Вам это на будущее пригодится. Автосейв — это файлики, которые делает игра автосохранения. Она сохраняет последний ход, который вы походили, с него тоже можно будет в какой-то момент загружаться. Но не перед последней битвой, как это делается в батл-файле, а просто последний ход, который вы уже сумели со своей стороны
походить или не походить, там уж по-разному. И тоже GM2 это там, где вы походили уже, а GM1 это либо предыдущая игра, либо предыдущее сохранение. Плюс ваши сохранения вы можете называть как хотите, но это уже непосредственно в игре делается для того, чтобы знать, где и с кем вы как играли. Едем далее. Есть папочка Passwords. В этой папочке, сейчас мы с вами посмотрим, находятся все ваши пароли. Когда вы играете с паролями против того или иного игрока, вы можете посмотреть, дата игры написана, время, когда вы начинали игру, ник первого игрока, ник второго игрока, то есть с кем вы играли, и ваш пароль. Поэтому вы сможете всегда дать пароль после игры с соперником сопернику для того, чтобы он попробовал загрузиться и посмотреть, какие у вас были расклады. Это хороший тон меняться паролями после игры. Потому что и вам интересно посмотреть, какой расклад был у соперника, и проверить его на читерство, играл он честно или нет. И сопернику точно так же будет интересно посмотреть на расклады, выиграл он на скилле или просто ему сдало намного лучше. Ну и заодно тоже будет иметь возможность проверить, читер вы или нет. Если вы пароль не даете, у вас будет, скажем так, плохая карма среди геройщиков. Вас будут считать каким-то мутным игроком, лучше этого не делать. Так, в папочке рандом после нового обновления хранятся все игры. Вот, например, у меня, например, игра была с Волхом, да? Вот она здесь находится. Нажимаем на нее, видим, что мы играли с Кирмишем 200, время, дата, когда мы играли, и каждый игровой день. Абсолютно каждый, видите, да? И 1-1-1 это первый месяц, первая неделя, первый день. Дальше первый месяц, первая неделя, второй день. Первый месяц, первая неделя, третий день и так далее. Таким образом, вы можете с любого дня загрузиться и посмотреть, какова была ситуация в тот или иной момент. Тоже довольно-таки удобно. И тоже, кстати, здесь, по-моему, паспорт, да? А, нет, здесь паспорта нет. Раньше хранились еще здесь в папочках тоже текстовые документы с паролями. Сейчас этого уже не делается. Ну, в принципе, согласен, что уже особо незачем. Ну, это если случайные карты вы играете, тогда рандом. Если не случайные карты играете, тогда у вас будут еще папочки с названием той карты, которую вы играете. В общем, это очень удобно. Далее переходим в папочку дата. Здесь основные игровые файлики находятся, которые нужны для игры. Здесь хранятся видео из игры. Здесь у нас хранятся спрайты и игровая графика. Есть даже, в общем-то, программы, которые хранятся в вот этой вот папочке, о которой мы говорили с вами, программы. Можно зайти, вытянуть или поменять любую графику в игре. Поменять, например, иконки героям. Можно при желании вид объектов каких-то изменить, юнитов и так далее. В общем, все, что захотите. Array.txt довольно интересный тоже файлик, в котором есть много настроек, но если вы не разбираетесь, лучше сюда тоже, в принципе, не лазить. Ну и в целом папочка малоинтересная. Теперь перейдем к самой интересной папочке. Если у вас установлен HD-мод, не бойтесь названия, вы будете думать, что герои очень сильно меняются, если установить HD-мод. На самом-то деле, сама игра особо не меняется как таковая, но, во-первых, исправляется огромное количество багов. Поверьте, они очень критичны, мы с вами эти баги сейчас рассмотрим даже наглядно. Помимо этого, появляется целый ряд горячих клавиш, которые ускоряют процесс игры. То, что вам раньше приходилось делать долго, сейчас можно сделать быстро. Поэтому и вы меньше таймера теряете, и сопернику приходится меньше ждать. Герои довольно медленная игра, поэтому давайте уважать друг друга. Переходим в эту папочку. Нас здесь интересует, в общем-то, несколько папочек. Первая — это Lang. Здесь хранятся файлики с разными переводами игры. Далее папочка Pax, здесь хранятся разные плагины или моды, которые вы хотите подключать к героям. Они должны находиться в отдельных папочках, и в папочках лежат, собственно, сами файлики в виде вот таких вот DLL-ок,
Как вы назовете саму папочку с тем или иным плагином, так она будет называться и в самом лаунчере игровом. И templates. Здесь хранятся шаблоны. Итак, что же такое шаблоны, ребят? Шаблоны — это схема для генератора карт, по которой он будет создавать ту или иную случайную карту. Дело в том, что шаблоны были в игре всегда. Единственное, раньше об этом не знали, и вы выстраивали настройки для игры, и генератор карт выбирал случайный шаблон, а их было очень много, под ваши настройки, и вы его играли. В описании карты можно было посмотреть название шаблона, но раньше на это особо не обращали внимания. Сейчас же в интернете можно найти схемы под разные шаблоны, можно самому создавать шаблоны, как обычные, так и зеркальные. Обычные шаблоны — это когда... Ну вот просто создается случайная карта, и вы ее играете. Зеркальные шаблоны — это когда создается карта наверху для красного игрока, а потом она полностью копируется для игрока в подземке. То есть в подземке будет находиться не подземка, а точно же такая карта, как наверху. Получаются абсолютно одинаковые расклады, никто не может жаловаться, что ему сдало хуже, но есть один минус. Вам придется играть одинаковыми городами, по-другому, ребят, никак. Помимо этого, еще одной особенностью является то, что у вас будут разные герои, но зато все остальное будет одинаковое. Ну и из-за того, что у вас будут разные герои, иногда может немножко отличаться армия. То есть если приходят более-менее равнозначные герои, они приносят с собой одинаковое количество армии, но если одному приходит, например, бронз с василисками, то вы уж простите, но второго героя в игре, который приносил бы василисков, нет. Поэтому у кого-то василиски будут, у кого-то василисков не будет. Тут уж вы сами решайте, кому что необходимо. Так, давайте я вам покажу примерные схемы шаблонов. Например, вот есть шаблончик «Бедность». Что можно узнать по схеме шаблона? Во-первых, можно узнать, сколько будет зон. В данном случае у нас будет с вами 8 зон на карте. Видим, что стоит название шаблона «Бедность». «М» — это размер, под который затачивался шаблон. Возможно, будут в настройках варианты других размеров, но заточен он именно под размер M. Далее. Можно посмотреть на вот эти метчики. Один метчик — это слабые охраны внутри зоны, два метчика — средние охраны, три метчика — это сильные охраны внутри той или иной зоны. Дальше. Город нарисован и цифра 1. Это обозначает, что в этой зоне будет один город. Также здесь одна лесопилка, один рудничок. Ну а это общая ценность зоны. Чем выше будет стоять эта цифра, тем более богатая зона на какие-то объекты, ресурсы и так далее. Далее стоят полосочки. Эти полосочки — это проходы. Это может быть подземные врата, это может быть какой-то портал, а может быть дорога, ведущая куда-то. Вот мы видим, будет две дороги. И при этом стоят цифры. Чем выше цифра, тем более сильная охрана стоит. Например, 3-4 тысячи охраны, вот такие вот 3-4. Может стоять просто 4, а может 4 тысячи стоять. Это одинаково, в принципе. Вот 3-4-тысячные, это в основном юниты 1-2 уровня, они довольно слабенькие, их там тоже довольно мало, легко пробивается. 6-тысячные охраны уже пробиваются сложнее, но на первой неделе тоже их пробивать можно, особенно если вы хороший игрок. 8-тысячные охраны новички обычно на первой неделе пробить не могут. При неплохой сдаче хорошие игроки пробивают без проблем. 12-тысячные охраны обычно пробиваются на второй неделе. Ну, разве что вам очень хорошо сдало, тогда вы можете пробить на первой неделе. Но вообще охраны бывают и больше. Может быть и 120 тысяч, 45 тысяч, как на шаблоне Джебус, например. Но это один из видов, да? Таких вот охран, проходов и так далее. Я не знаю, есть ли у нас тут схемы. Сейчас вы видите на экране те схемы, которые показаны с редактора охоты. Сейчас я для вас запущу и покажу, в общем-то, другие варианты. Ну вот, давайте, например, вот так вот. Вот такие вот бывают схемы. Смотрите, внешне обычный кружочек обозначает ту или иную зону. Если он просто вот такой вот кругленький, это значит, что внутри города быть не должно.
Если наполовинку обведено, это значит, что город там есть, но там деревня. Если обведен полностью, то там город с построенным фортом. Это уже не деревня, это полноценный город. Внутри, если пустота, там стоят легкие охраны. Если там внутри наполовинку кружочек, это значит средние охраны. И когда полностью проведен, как в 17-й зоне, 18-й, там очень сильные охраны. Также, ребята, важный момент. Если стоит восклицательный знак, это значит, что это трежерная зона. Трежерные зоны, они обычно отличаются тем, что они с самой лучшей начинкой должны быть. Генератор иногда, конечно, преподносит сюрпризы, но в целом трежерная зона — это зона с очень хорошей начинкой. Там должно быть больше, чем в других зонах, артефактов, больше, чем в других зонах ящиков Пандор, уликов, консерваторий, утопий и подобных вот высокоуровневых объектов. Именно в трежерные зоны идут опытные игроки для того, чтобы увеличить свой отрыв от соперника, повысить статы, хорошенько прокачаться, получить магию и многое-многое, ребят, другое. Иногда бывают случаи, когда ставят два восклицательных знака. Эта зона называется не просто трежерной, а супертрежерной. Это зона, где просто невероятно мощные охраны, где невероятно богатейшая зона получается. И обычно таких супертрежерных зон мало. В основном одна или их несколько, но немного. Потому что именно за эти супертрежерные зоны идет прям полноценная война. Я покажу вам, в общем-то, есть популярный шаблон Jebus Cross. Лично я его не особо люблю, но он популярен, и его играют многие. Из-за того, что он играется довольно быстро, играется он на Excel размере. Вот, шаблончик Jebus Cross, ребят. Есть 4 зоны, в двух находятся игроки. Можно, в принципе, 2 на 2 играть, или вчетвером, каждый сам за себя. И у всех есть только по одному проходу, 45-тысячному. Он не пробивается в основном на первой неделе. Есть, в принципе, герои, которые могут пробить на первой неделе. Конечно, это Луна, это Тант. Иногда это может быть Галтран, но остальным крайне редко удается на первой неделе пробиваться. В основном стараются на второй неделе хорошие игроки. Слабые игроки, они не смогут ни на третьей, ни на четвертой даже пробиться, поэтому надо долго тренироваться, чтобы все у вас получалось как надо. И видите, здесь стоит два восклицательных знака. Обычно, кто раньше вышел в центр и больше успел съесть, чаще всего и побеждает, потому что зона очень богатая. И обычно на второй-третьей неделе уже игра заканчивается. Бывают затяжные игры, когда там один выскочил, съел центр, и вместо того, чтобы убивать соперника, идет отъедаться на там третью-четвертую зону. Но это уже совершенно другой момент. Так, ну, думаю, что с этим мы с вами тоже, ребят, разобрались, правильно? В общем, это основное, о чем нам нужно было с вами поговорить по поводу папочек. Следующий момент. Переходим с вами теперь уже непосредственно в HD-лаунчер. Здесь мы посмотрим с вами первые игровые настройки. Первое. Вот здесь отображаются все .exe-файлы, через которые можно запускать игру. Heroes 3 HD.exe. Это, в общем-то, то, что вы настроите здесь в лаунчере, оно и будет запускаться через Heroes 3 HD. Если вы выберете просто Heroes, ну, это обычные герои без HD-мода, в общем, устаревшая версия, можно считать так. Разве что для ценителей ностальгии можете играть со старыми багами при желании. Ну и SOT 3 Turbo, который я советую использовать для игры в онлайне с другими игроками. Можно использовать этот, но здесь анимация будет медленнее все равно. Она немножко там ускорена, но не намного. Вот если хотите максимально ускорить SOT 3D. Если у вас нет Heroes 3 HD, выбираете обычный Heroes 3 и нажимаете кнопочку «Создать Heroes 3 HD», после чего нажимаете кнопочку «Сохранить». Едем далее. Вы можете выбрать язык. На каком языке у вас будет лаунчер. Ну, в нашем случае это русский. Далее выбираете режим. Есть разные режимы,
16-битный, это, в общем-то, как в древности, будет плохая цветопередача, советую 32. Причем 32, либо 32 bit true, если у вас слабый компьютер, лучше ставить вот так. Тогда у вас меньше будут тормозить герои. И, ну, правда, нельзя будет изменять размер окна, если вы будете играть в окне. Вот давайте я даже запущу, вы посмотрите это. Вот запускаются герои. Когда игра запущена и когда вы видите окно перед собой, вы можете подводить мышку к краям самого окна, но вы увидите, что она у вас не будет раздваиваться и у вас не будет возможности увеличить или изменить размер окна. Поэтому, если хотите просто сделать хотя бы в полный экран, вы можете нажать либо клавишу F4, либо вверху выбрать дисплей и после этого выбрать full screen. Что довольно-таки удобно, особенно если вы хотите параллельно с игрой смотреть какой-нибудь фильм или лазить по сайтам в интернете. Следующий момент. Ну, а если вы хотите, чтобы размер изменялся, вот ставите 32 бит, stretchable. Давайте запустим. И сейчас вы увидите, как я смогу растягивать. Подводя курсор мыши к краям экрана, мышка превращается в такую двунаправленную, точнее курсор, и вы можете растягивать вверх-вниз, изменяя размер. Вы можете выставить любое разрешение экрана. Вы скажете, но здесь же слишком мало разрешений. Все верно, здесь может показываться меньше разрешений, чем у вас есть, но вы можете писать вручную. Например, мы можем здесь написать разрешение какое-нибудь нестандартное, там 1700, например, на 800. Сейчас откроется окошко именно в этом разрешении. Именно в этом разрешении у нас игра, в общем-то, и открылась. Мы можем начать новую игру, менюшка не растягивается, но сама игра. И вот видите, карта во весь экран. У нас влазят все герои с HD-модом. Раньше у вас было 4 героя всего лишь, вам приходилось постоянно перекладывать по кнопочкам. Теперь нет, влазит 8 героев. Больше 8 героев на карте находиться и не может в принципе. Поэтому вам не надо больше прокликивать там для того, чтобы увидеть, где какой герой у вас находится. Сейчас это все очень удобно. Также больше городов влазит, а именно 7. Если у вас больше 7 городов, тогда, конечно, нужно по старинке прокладывать. Помимо этого, многие говорят, мол, а как же нам прокручивать карту, если раньше мы мышкой подводили к краям экрана и могли скроллить карту? На самом-то деле делается это очень просто, и так же, как это все делалось и раньше, подводите мышку к краям, и вот вы видите, как начинает скроллиться карта по разным направлениям. Но для меня, что гораздо быстрее и экономит сильно время, гораздо удобнее вот так вот кликать по мини-карте, передвигать курсором, область видимости, так все будет происходить гораздо быстрее, вы сэкономите и себе таймер, и сопернику нужно будет меньше времени вас ждать. Здесь вы можете выбрать, сколько у вас ядер на компьютере. Чем больше вы выставите, тем лучше должна обрабатываться картинка в героях, более качественно. Но при этом и выше нагрузка будет идти на процессор. Если вы выставите единичку, нагрузка на процессор будет, ребят, минимальна. Если вы хотите играть в полный экран, то ставите галочку «Полноэкранный режим». Если эта галочка не стоит, вы будете играть в окошке, как у нас с вами было до этого. Ну, допустим, ставим полноэкранный режим. Сразу же герои в полный экран. Выходить из полноэкранного режима можете через клавишу F4. Если же вы даже в лаунчере уберете галочку «Запускать в полноэкранный режим» и запустите игру в окне, вы все равно при желании сможете опять выставить полноэкранный и назад. Дисплей и full screen, либо просто есть клавиша F4, которая переводит с полноэкранного режима в режим оконы. То есть даже если вы стартовали в полный экран, вы всегда можете нажать клавишу F4 и вернуться. Очень удобно, как по мне. А без CD-DVD галочка должна стоять всегда. Если у вас нет диска с героями и не хотите, чтобы диск постоянно у вас в дисководе был, желаю ставить галочку «Проверять обновления при каждом запуске игры». Тогда при запуске игры, если какое-то обновление вышло, там какие-то баги пофиксили, какие-то новинки, новые возможности, они у вас сами, в общем-то, обновятся. Есть кнопочка «Обновить вручную». Если нажмете на нее, то пойдет вот такая вот проверка. И вот у нас пишут, у вас уже самая последняя версия, поэтому никакая установка не пошла. Далее HD+ и без HD+.
Смотрите, если эта галочка не стоит, то вы не получите новых возможностей. Вы не сможете выставлять шахматный таймер, вы не сможете играть с какими-то новыми возможностями из HD-мода. В общем, много чего вам будет недоступно. Так называемая игра по старинке. Если поставите эту галочку, то все будет нормально. Играя с HD-модом, вы получаете возможность избавиться от огромного количества самых разных багов, которые были не пофикшены первоначальными разработчиками игры. Также вы получаете возможность играть с разрешением экрана, начиная от 800 на 600, заканчивая 4000 на 4000. Помимо этого, в сетевой режим добавлена возможность играть с защищенными паролями ваших сохранений, что позволяет контролировать возможность читерства, а также обмен паролями после игры позволит вам, соперникам, проверить, насколько честно проходила игра, и проверить каждый игровой день. Если соперник вам пароль не дает, значит, есть подозрение на то, что он играл нечестно. В сетевой игре реализован одновременный ход. Можно выставлять, до какого дня вы будете ходить одновременно, после чего у вас включится опять режим пошаговый, к которому вы привыкли. При этом, если у вас режим пошаговый включился, но вы понимаете, что встреча все равно будет не скоро, вы можете продлить. Для этого нужно будет заново загрузить сохранение, выставить в настройках игры более поздний срок, до какого дня будет идти. Первый день вы походите в пошаговом режиме, потом опять включатся одновременные ходы, и вы продолжите дальше экономить и свое время, и время соперника. Реализован шахматный таймер. В сетевой игре возможен старт отсчета игрового таймера только после закрытия окна, которое появляется, что вам передали ход. Когда вы нажимаете галочку «Что готов», сразу же начинает идти время, чтобы таймер не шел до этого у вас. Есть возможность переигрывать быструю битву вручную, если вас не устраивает результат быстрой битвы. Вот если вы галочку быстрой битвы ставите у себя, то у вас появляется возможность... Нападаете на любую охрану, появляется окошко с быстрой битвой, смотрите потери. Не устроили потери, деретесь вручную. Таким образом тоже экономится очень сильная игра. В одиночной игре есть возможность бесконечно переигрывать битву, если не устраивает результат. Вот если вы играете с компьютером или проходите какую-то карту, вы можете бесконечно один и тот же бой отказываться от потерь, которые у вас в итоге получаются, до тех пор, пока вы не подеретесь так, как вам надо. То есть такой тренировочный вариант для вас. На ход битвы урон существ, срабатывание боевого духа, удачи, умений существ и так далее теперь не влияют ни игровые события. То есть при одних и тех же действиях одна и та же битва на той и той же карте проходит всегда одинаково. Быстрая битва становится абсолютно идентичной автобитве без магии. Поэтому быстрая битва всегда дает один и тот же объяснимый, повторяемый автобоем результат. В сетевой режим нельзя использовать неоригинальные графические файлы. И, внимание, изменяет оригинальные возможности игры, поэтому если вы, например, играете какой-то офлайн-турнир на чистом SOT Complete, вы должны отключить эту опцию, которая называется HD+. Сами опции выглядят следующим образом, и появляются они, если нажать, ну, при выборе игры, там случайная карта или обычная, внизу справа еще опции. Таким образом выглядит таймер, он отображается вверху слева, и если вы играете с вашим соперником, то показывается и ваш таймер, и таймер вашего оппонента. В принципе, этот показ можно отключать. Все события, которые происходят в игре, ну, скажем так, многие, они перенесены теперь внизу справа. Именно там, в таких вот окошках показывается, какое заклинание вы подобрали, сколько ресурсов, сколько нанекрили, какой боевой дух стал, сколько маны вы пополнили, какие статы вы повысили, что стало с моралью, удачей и тому подобные моменты, которые раньше появлялись на экране. Играя с городским порталом, вы теперь можете выбирать не так, как раньше, просто название города, но у вас показывается еще и картинка, как этот город выглядит, башня, это замок и так далее. Раньше в книге заклинаний на каждой страничке помещалось только 6 заклинаний, теперь на каждой страничке помещается 12 заклинаний, вам нужно реже листать, и это тоже гораздо удобнее, чем было ранее.
Ну, об этом мы с вами уже говорили, что все герои теперь стали у вас помещаться сразу, если вы выставите довольно большое разрешение экрана. И городов тоже вмещается теперь больше. Это однозначно плюс, я думаю, для многих из вас. В окнах передачи армии появилась кнопочка «Поменяться армией с соперником полностью», «Передать какие-то отдельные стеки», «Передать всю армию сразу», точно так же «Поменяться артефактами всеми», «Передать все артефакты в сторону», «Забрать все артефакты от одного героя другому». Очень сильно экономится время, раньше это все нужно было делать вручную. Также, нажав на клавишу F5, у вас будет появляться следующее окно, где вы можете зайти на рынок, в гильдию воров, можете проверить область вокруг себя, если вы будете использовать Dimension Door, то есть дверь измерений, на какое расстояние вы сможете прыгнуть. Можно включать игровую сетку, для того, чтобы проще было считать очки перемещения. И есть кнопочка повторения хода, для того, чтобы посмотреть, как двигались ваши герои, там герои соперника, если они были вам видны, и герои вашего, в общем-то, компьютера, если вы играете против компьютера. Еще один момент, который может интересовать, кстати, новичков. А если я скачаю эту версию игры, да, с HD-модом, смогу ли я играть с ребятами, которые играют без HD-мода? Да, ребят, вы сможете это делать. И вариантов это сделать несколько. Первый — это выбирать здесь просто Heroes 3.exe в лаунчере и запускать вот так, как есть, пытаться присоединиться. Если вы не можете состыковаться, тогда можно попробовать убрать галочку HD+. И попробовать состыковаться еще раз. Но у меня обычно с этой галочкой и просто выбранными героями 3 все вроде нормально получается. Но в этом плане вы можете поэкспериментировать, как вам лучше. Далее. В героях есть разные плагины, которые дают новые разные возможности. Вот если вы хотите каких-то новинок в игре, можно подключать плагины. Для этого, ну вот есть, например, плагин Super Pack Rus. Он улучшает перевод на русский язык. Также есть Superfix Common, который тоже вносит некоторые коррективы, но при этом не задевает саму игру в плане играбельности. То есть все как было, так оно и остается. Далее, допустим, мы хотим, чтобы у нас открылась карта, да? Давайте подключим плагин OpenMap, который здесь есть. Кстати, разрешение экрана давайте выставим поадекватней. Ну, на 690 пусть будет. Хотя нет, 720 нормально. Ну а тут уже при желании мы можем нажать вот эту вот кнопочку и сделать в полный экран. Смотрите, заходим в игру, стартуем любую карту, неважно, случайная, не случайная. И смотрите, этот плагин сейчас откроет нам эту. Та-дам! Видите, вся карта сразу открыта. И для вас, и для соперника. Таким образом, вы играете полностью в открытую, например. Есть плагины, которые разрешают откупаться от нейтралов во время боя. Балансируют каким-то образом игру. Да много всего на самом-то деле. Делают дипломатию только платной. В общем, есть целые десятки плагинов, которые вы можете использовать при желании. Если вам нужно отключить, то есть вам не нравится тот или иной плагин. Кстати, плагины надо подключать с двух сторон. Если один игрок подключит плагин и второй не подключит, тогда, ребят, никаких претензий не предъявляйте никому, что у вас там какие-то баги вылетают или вы сохранились, не можете продолжить игру. Это уже на ваш страх и риск. Подключать плагины надо одинаковые с двух сторон. Нужно отключить. Выбираете нужный плагин, который вы хотите отключить, и нажимаете кнопочку «Отключить». В плане того, как устанавливать плагины и моды, я думаю, вы и сами уже поняли, нужно всего лишь будет заходить в папочку H3. Дата, переходить в папочку Packs, создавать любую папку для вашего плагина и скидывать в эту папочку, собственно, сам DLL файл. И хочу заметить, что DLL файлы некоторые работают с текстовыми файлами, поэтому если идут какие-то текстовые файлы, старайтесь их тоже скидывать. Но если какие-нибудь файлики типа «Прочти меня» или «Readme», их не обязательно, а вот другие файлики, без них может определенный плагин не работать. И после этого просто сможете необходимые вам плагины в нужный вам момент брать и подключать. Также можно менять, в общем-то, приоритет, какой будет выше, какой ниже у того или иного плагина. Но думаю, с этим вам не так уж и придется играться. Едем далее. Вкладочка «Твики». Здесь можно многие моменты настроить. Например, вот Packs. Тут можно перечислить, какие
плагины вы хотите подключить, чтобы это делать там, а не делать вот здесь, например. Далее, есть описание разных моментов, за что отвечает тот или иной. Можно посмотреть на официальном сайте HDmod'а, который выглядит таким вот образом. Сайт google.com, сайт Heroes 3 HD, Rus Description. И здесь в разделе твики почитать, за что отвечает тот или иной твик, как с этим твиком работать и так далее. Обычно единичка это включен, нолик отключен, хотя, например, в том же графическом режиме там больше. Там от нуля, например, до 5 или от 1 до 5 какие-то моменты могут выставляться. Ну, из того, что вам может быть более-менее интересно, да. Комбат это все, что к битве относится. Музыки включать, отключать, игровые звуки включать, отключать и выставлять как таковую громкость. Если мы выставим вот здесь вот Recruit Dialog Autoset, типа автоматически, чтобы покупка была, да? Если вы вот здесь поставите нолик Recruit Dialog, то при нажатии на покупку какого-то юнита вам будет предлагать купить одного. И дальше вы выставляете, больше или нет. Если здесь поставите единицу, то вам будет предлагать купить сразу же максимум на то золото, которое у вас есть, к примеру. Чтобы во время боя всегда показывалась иконка героя, его мана, его статы, необходимо вот здесь поставить единичку. Если нолик, то вы все это дело отключите. Также можно вот здесь вот единичкой и ноликом включать-отключать сохранение battle файла. То есть, в общем-то, перед каждой битвой, нужно ли вам автосохранение или не нужно. В Tavern Invite Hero, если вы поставите единичку, вы включите возможность выбирать следующего героя, который придет к вам в таверне в одиночной игре. В мультиплеере это, по идее, не должно работать, так что читерить у вас при всем желании не должно получиться. Также выставляется скорость компьютера. Quick Combat, если стоит 0, то быстрая битва у вас отключена. Если вы поставите здесь единичку, то включите быструю битву. Включить, отключить анимацию книги заклинаний. Показывать, не показывать видео. Ваш ник, который будет отображаться во время игры. Включить и отключить автосохранение можно. Включать, не включать игру в полном экране. Включение, отключение видеосубтитров. Нужен или не нужен вам показ интро, когда при запуске игры появляется вот эта вот эмблема 3DO, всяческие тестирования, заставки и так далее. Если вам не надо, вы хотите, чтобы сразу при запуске игры у вас отображалась игра, и вы сразу приступали к игре, ставим здесь нолик и радуемся. Ну и так далее. Далее идет настройка лаунчера. Хотите, чтобы лаунчер пропадал, когда вы игру запустили или нет? Я, в принципе, ставлю эту галочку. Далее информация для тех, кто хочет перейти на официальный сайт. По каким-то причинам, например, новое обновление у вас не хочет устанавливаться. Переходите на этот сайт, нажав по ссылочке, и попадаете сразу же в раздел, где можно скачать последнюю версию. Также есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, форумы, на которых находится разработчик данного HDmod'а. Для вопросов есть email, и также на официальном сайте можно задонатить, поддержать Бараторча в его начинаниях. Он уже сделал для героев очень и очень много всяческих интересностей. И можно также удалить. Можно откатить последнее обновление, особенно если оно там с какими-то багами пошло. Или, может быть, ваш соперник не обновился, и вы начали играть на старой версии игры, а потом кто-то из вас обновился. Можете откатить последнее обновление, доиграть партию на предыдущей версии, на которой вы начинали, а после этого уже установиться заново. Ну и можно HDmod удалить как таковой вообще. Также вот есть кнопочка «Поддержать проект», если вы хотите задонатить Бараторчу. Ну, вроде в плане настроек мы с вами совсем определились. Теперь следующий этап из того, что нам нужно с вами будет сделать, это рассмотреть непосредственно игровые настройки. Переходим к ним. Если вы будете отдельно скачивать обновление для лаунчера HDmod'а, вам необходимо при установке будет выбрать папочку с героями, там где лежит сам лаунчер, ярлык, с которого запускают герои. Именно эту папочку выбираете и в нее непосредственно производите установку HDmod'а. Также у некоторых на новых версиях Windows, на семерке такое бывает редко, но тем не менее проскальзывает, на восьмерке, десятке и так далее,
по какой-то причине не запускаются герои. Дело в том, что причин этому может быть довольно много. Во-первых, игра очень старая, и запустив лаунчер игры, вам нужно будет поэкспериментировать с режимом, потому что если будет стоять оригинал 16 бит, некоторые программы захвата не смогут захватывать из этой игры видео. С GDI тоже могут возникнуть какие-то проблемы, поэтому вы можете поэкспериментировать, с каким режимом в лаунчере у вас будет меньше всего проблем. Еще один момент. Это если у вас не запускается лаунчер, тогда правой кнопочкой нажимаете на лаунчере, выбираете свойства. Далее вкладочка «Совместимость». Ставите галочку «Запускать программу в режиме совместимости Windows XP». И нажимаете «Ок», либо «Примените ОК». Если же лаунчер запускается, но не запускается сама игра, в этом случае для вас тоже выход есть. Берете лаунчер игры, если вы играете через HD, то HeroS 3 HD EXE, кликаете правой кнопочкой, точно так же, свойства, совместимость, ставите галочку и применить или окей. В этом случае тоже может решиться. Если не решилось, есть еще один вариант. Это при запуске делать вот так, правой кнопочкой мыши, а далее выбираете запустить от имени администратора. Потому что, возможно, по каким-то причинам ваша Windows будет блокировать программу, считая ее потенциально опасной, которая может нанести тот или иной вред для системы. Также ваш антивирус может мешать игре в онлайне по каким-то причинам, блокируя программы фаервола, которые можно попробовать отключить. Фаервол, кстати, он может быть включен даже в Wi-Fi роутере, через который вы получаете интернет. В этом случае нужно через IP 192.168.0.1 или 0.2, там 0.0, можно посмотреть о вашей версии роутера, зайти в настройки и в настройках отключить сам Firewall. Иногда мешает вам, собственно, Brandmauer Windows. Для этого нужно нажать «Пуск», затем выбрать панель управления. Здесь выбрать крупные либо мелкие значки вверху, там где просмотр. И для этого находите Brandmauer Windows. Изменение параметров, точнее включение и отключение. Если вы входите в мультиплеер, в онлайн игру, и у вас игра после этого вылетает, решение этой проблемы может быть связано с DirectPlay службой, которая отключена в новых версиях Windows. Для этого нужно зайти в пуск, нажимаете панель управления, программы и компоненты, и нажимаете включение и отключение компонентов Windows. После чего дожидаетесь, пока у вас появятся все необходимые компоненты. Здесь будет папочка с названием «Компоненты прежних версий», которую, когда вы откроете, там не будет у вас стоять галочка напротив службы Direct Play. Ставите эту галочку, нажимаете ОК, и все, проблема должна быть решена. Вообще, при возникновении любых проблем очень важно читать ошибку или ее код. Если возникло какое-то сообщение, внимательно его почитайте, можете сделать даже скриншот и переслать, в общем-то, человеку, который в этом разбирается, либо Бараторчу, который занимается тем, что постоянно исправляет всяческие баги и фичи. Если у вас вылетел краш, то в этом случае у вас будет какое-то сообщение типа такого. Этот текстовый файлик тоже нужно отослать Бараторчу, либо человеку, который более-менее разбирается, который сможет, в общем-то, помочь вам в решении той или иной проблемы. Итак, начнем, неважно, одиночное или многопользовательское, начнем с одиночной. Вы будете играть с компьютером. Если вы нажмете кнопочку «Показать доступные сценарии», в этом случае у вас откроется вот такое вот окошко, в котором будет много разных пользовательских карт, которые можно играть. В первом столбике пишется, сколько здесь игроков. Далее размер карты и какая версия игры. Вот клинок Армагеддона идет, точнее возрождение Рафи. Потом идет клинок Армагеддона, и после этого уже идет вот такое вот дыхание смерти. И на английском, и на русском есть. Когда вы нажимаете на ту или иную карту, вот здесь вот справа идет описание. Условия победы, нужно всех победить или нет. Вот здесь, кстати, тоже показано, вот например. Здесь захватить все шахты нужно для победы, да? Или потерять всех своих героев. В общем, такие моменты.
довольно интересная. Также можно карту отсортировать по размеру карты. Вот минимальные карты, средние, большие, очень большие. Или отображать все карты, которые необходимы вам. Есть, например, карты, на которых нужно либо победить врагов, либо отстроить Грааль, что довольно интересно. Итак, заходя непосредственно в игру, вы видите вот такие вот кнопочки. Есть новая игра. Для того, чтобы начать новую игру, загрузить игру, если вы начинали играть игру до этого. Рекорды. Здесь вы можете посмотреть, если нажмете на кнопочку «Компании», кто сколько очков набирал в компаниях. Можно стараться по рейтингу набирать побольше для победы. И посмотреть, с каким юнитом ваш уровень игры можно сравнить. И в обычной, то есть это случайные карты, это какие-то сценарии, которые вы проходите. Тоже здесь можно набирать разного рода баллы. Помимо этого, можно посмотреть на создателей. Здесь появляется разработчик HD-мода Baratorch. Можно выйти из игры, но нас с вами интересует именно новая игра. Новая игра может быть разная. Вы можете пройти игровое обучение, и чтобы ознакомиться хоть с какими-то минимальными возможностями в игре, которые есть, и дальше уже от этого плясать и учиться играть. Можете пройти игровую кампанию. Это игра на прохождение. Нужно выполнять определенные миссии, проходить раунды для того, чтобы достичь каких-то моментов. Здесь ваши возможности ущемлены. Вы должны играть по сценарию. Кому-то это может быть интересно. Многопользовательская игра. Это если вы хотите играть с какими-то игроками в онлайне. Нажимая на эту кнопочку, у вас есть несколько вариантов. Первый — это онлайн-лобби. Для этого вам не надо будет использовать никаких программ. Вам достаточно будет нажать, зарегистрироваться, нажав на кнопочку регистрации, а потом можно будет по своему логину и паролю входить непосредственно в сам лобби. Вот сейчас, например, 80 человек здесь. Бывает и больше, бывает меньше, в зависимости от того или иного дня или времени. Слева мы видим созданные игры. Например, вот Милана создала М200% джеп с одновременным ходом. Ох, это одновременный ход. Для того, чтобы создавать здесь игры, вы должны оплатить за пользование онлайн-лобби. И играть с одновременным ходом могут только те, кто тоже оплатили. 168 рублей стоит возможность играть с одновременным ходом и создавать игры. Но даже если вы хотите играть бесплатно, вы просто ждете, пока кто-то создаст игру, либо переписываетесь в общем чате. Кто-то создает игру, вы нажимаете на этого человека, нажимаете кнопочку «Войти», подключаетесь к нему и играете вместе. Без одновременного хода, конечно, но зато не надо никаких дополнительных программ. Это тоже кому-то может быть очень и очень даже удобно. Также здесь, где стоят вот такие вот замочки, это значит, что войти к этому человеку можно только с паролем. Если стоит звездочка, это значит, что игра будет играться на рейтинг, а рейтинг здесь есть, вот кнопочка вверху. Можно посмотреть, кто на каком месте находится, у кого сколько игр, побед, поражений, ничьих и так далее. Если этой галочки, точнее звездочки, не стоит, значит игра идет обычная, и неважно, кто там как выиграл, проиграл. Что еще можно сказать? Мечик. Это значит, что человек в режиме ожидания, игра еще не начата, два мяча, эта игра уже идет. Справа идет список игроков, которых вы тоже можете пролистать. Тоже есть возможность чата с этими игроками. Переходите к чату, и вот здесь снизу можно писать какие-то сообщения при желании. Также выбирается чат. Англоязычный чат, если вы хотите играть с зарубежными игроками, русскоязычный. И, в общем-то, чаты с теми игроками, с которыми вы хотя бы один раз, но переписывались в онлайн-лобби. Так что, по возможности, можете найти того, кто вам нужен. Еще одним ощутимым плюсом использования онлайн-лобби для игры является то, что здесь, во-первых, пишется в случае обрыва, что произошло. Там игрок покинул онлайн-лобби или покинул игру, произошел там какой-то обрыв или краш выбило. То есть все здесь можно прочитать, и вам будет наглядно видно, соперник там что-то читерит или все нормально. Еще один плюс — это то, что если одного игрока выкинуло, у него пропал свет, проблемы с интернетом, завис или перегрелся компьютер, перезагрузился, игра его будет продолжать ждать. Он зайдет в лобби, и игра продолжится с этого же места. Не обязательно там сохраняться, что-то там делать и так далее.
при игре через Хамачи, TeamViewer и другие программы у вас такой возможности больше не будет. Поэтому решайте сами, пользоваться или не пользоваться данным лобби. Но человек вложил сюда довольно-таки много сил. И деньги, которые вы платите, вот эти вот 168 рублей за 30 дней, сколько-то там часов, они идут на оплату самого сервера игрового. Плюс это стимуляция для Бараторча, чтобы он продолжал заниматься этим же направлением. Человек тратит очень много личного времени на то, чтобы у вас была возможность всеми этими удобствами пользоваться. Ну а он за счет этого может отказаться от какой-то другой работы и уделять время именно на развитие героев. А он уже потратил далеко не часы, ребят, на развитие героев, а целые годы. Поэтому пока фанаты имеют возможность играть в игру и при этом жить полноценной жизнью, тратить ее на развлечения, личную жизнь и так далее, человек очень много времени убивает именно сюда. Так что давайте поддержим. Довольно удобная штука, как по мне. Ладно, едем далее. Выходим отсюда. Есть возможность играть за одним компьютером, так называемый горячий стул или hot seat. Здесь пишете ник первого игрока, второго. Ну, до 8 человек может играть за одним компьютером. В общем, каждому надо ники прописать. Если игроков меньше, чем 8, то просто оставляете пустыми те поля, где не будет игроков. Нажимаете «Начать», и здесь, в общем-то, можно будет выбрать или один из доступных сценариев. Слева это обычные карты, которые можно, кстати, отсортировать кнопочкой «Маленькие». Здесь только маленькие карты. Средние здесь средние, большие, очень большие и все карты, которые есть. Также карты делятся на версию игры. Можно играть в карты с вот таким вот изображением. Это значит, карты были созданы для самой первой версии возрождения Рафии, третьих героев. Далее с мечиками идут с клинка Армагеддона версии. И, в общем-то, для самой новой версии идут Дыхание смерти. Во все версии в Дыхании смерти, в так называемом соде, можно играть. Он поддерживает и предыдущие версии, и, в общем-то, текущую последнюю версию. Также слева вы имеете возможность видеть, насколько игроков рассчитана та или иная карта, какой размер карты, ML, XL, XL с подземельем или что-то в этом роде. Условия победы, то есть найти Грааль, например, захватить какой-то город, убить какого-то юнита, вот как вот здесь. Нажимая на ту или иную карту, вы можете прочитать описание сценария, что вам там будет необходимо делать. Здесь можно выставлять размер, точнее не размер, а сложность игры. Есть минимальная сложность, игрок начинает с огромным запасом ресурсов, компьютер играет очень слабо, побеждать тут очень легко. Есть сложность нормальная. Игрок начинает со средним запасом ресурсов, компьютер играет хорошо. Но даже вот этот вот средний запас ресурсов, это очень много на самом-то деле. Далее сложность высокая. Игрок начинает с таким же запасом ресурсов, как и компьютер. То есть вы с компьютером идете наравне. Компьютер играет на пределе своих возможностей. То есть уже даже при игре на 130% компьютер будет выкладываться по максимуму. Причем на 130% это абсолютно равная ситуация. Сколько ресурсов у вас, столько и у компьютера. Далее 160%. Здесь игрок начинает с ограниченным запасом ресурсов. Там буквально по 10 ресурсов каждого вида или что-то около того. И всего лишь 10 тысяч золота. Для нормальной отстройки замка этого мало, поэтому приходится еще где-то бегать и добывать. Тут вы уже ущемлены. А вот компьютер играет все так же на пределе своих возможностей по максимуму. И он здесь не урезан, то есть он все-таки немножко уже по экономике будет начинать впереди. Ну и 200% сложность, это игрок начинает вообще без ресурсов. Хотя с плагином М200 вам дается 2500 золота на старте. И немножечко дерева, немножко руды, там буквально по 5 или по 10, ну то есть совсем чуть-чуть. Вам этого все равно будет недостаточно. А компьютер стартует с огромным количеством ресурсов. Поэтому, дойдя до третьей сложности, вы уже будете играть на равных с компьютером. Все, что будет идти выше, компьютер лучше играть не станет. Просто у него будет больше ресурсов, у вас меньше. Вот и вся разница, по сути. Едем далее.
Что тут еще можно сказать? Можно выставлять PvP-опции, но это для тех, кто хочет черкать шаблоны, например, точнее, города. Есть такая вещь, как выбор города. Можно стартовать случайными городами. Мы с вами рассмотрим этот вариант. И случайными героями. Можно при желании вычеркивать по очереди города до тех пор, пока останется 3 города, из которых сначала один выбирает себе игрок, и потом из двух последних второй. Нажимая на эти города, вы видите, их вычеркиваете. Осталось 3 последних, из них выбрали, какие вам надо, и все. Например, вам надо определить, а кто же из вас будет первым начинать там вычеркивать города, это так называемый черк. Или кто из вас, к примеру, хочет выбрать первым цвет и так далее. Есть такая вещь, как кинуть монетку. Первый игрок, например, загадывает от 0 до 1 и пишет об этом второму игроку. И кидается монетка. Монетка 0. Если человек загадал 1, то он проиграл. Если загадал 0, то он выиграл, и он там решает какой-то момент. Можно сгенерировать случайный город. Например, вы решили на зеркальном шаблоне или на обычном играть одинаковыми городами. Генерируете случайный город, выпал оплот, к примеру. Все, вы за этот город, например, играете. Можете дальше, там они случайным образом выпадают, там как повезет. Можно случайную пару сгенерировать. В этом случае выпадает, например, сопряжение на темницу. И каждый игрок начинает торговаться. Это называется выбор города по торговле. Кто предложит больше золота, тот и выбирает себе город как таковой. Например, если вы играете на 200% сложности и, в общем-то, с плагином Have a Rules, вам дадут 2500 золота на старте. Вот на эти 2500 вы и торгуетесь. Остальное золото переводится сопернику. Если на 160, как большинство игр, в принципе, проходит, у вас есть 10 тысяч золота. Вот на эти 10 тысяч золота вы и торгуетесь. Например, первый игрок говорит, я даю тебе 1000, пишет золото за то, чтобы выбрать город. Второй говорит, нет, а я даю 1500. Первый говорит, нет, а я 2000. Второй говорит, 3000. Доходит, например, до 5000, до 7000. Ну, допустим, до 7, да? И в этом случае красный игрок говорит, ладно, я согласен. В этом случае ему эти 7000 надо добавить. Пишите вот так, красному игроку 7000 и нажимаете на кнопочку «Перевод золота» сначала. А синему пишите минус 7000. Поэтому тот, кто будет играть красным цветом, у него будет 10 тысяч золота на старте. К ним будет добавлено сразу же 7 тысяч золота. Это уже 17 тысяч золота. А у красного будет от 10 тысяч золота отнято 7, и у него всего лишь 3 тысячи. Вот представьте, один стартует 17 тысяч, второй стартует 3 тысячи. Уже как бы неравные условия. Но зато в этом случае тот, кто имеет возможность выбрать город, он себе сразу город берет более какой-нибудь комфортный для него и думает, ладно, то золото, которое я отдал сопернику, я его за счет лучшего города попробую переиграть. Потом точно так же можно торговаться за выбор цвета. Точно так же предлагаете, кто больше, второй кто-то соглашается, как на аукционе, и точно так же в целом смотрите, сколько кому золота надо перевести в общей сумме, и все это дело переводится. Ну а как я говорил, можно играть рандомным выбором. Тут уже каждый из вас может решить сам, что для вас лучше. Также есть возможность играть на случайной карте. Сверху выбираются шаблоны. Я вам показывал, да, схем шаблонов есть очень много. Там десятки, ребят. Много десятков шаблонов. Рассмотрим, в общем, как они называются. Первое, шаблон по умолчанию. Это случайно выпадет какой-то шаблон, причем я бы, наверное, не советовал его использовать, потому что есть определенные там баги и особенности не очень хорошие. Ни о каком даже близком равном раскладе там говорить не приходится. Многие моменты не предусмотрены. Все-таки разработчики, я думаю, что даже примерно не предполагали, до какого уровня дойдут игры на этой версии игры. Поэтому лучше выбрать шаблон. Дальше идут, есть вот такие вот шаблоны, где буквы и цифры, где ничего не поймешь. Обычно первая цифра обозначает количество игроков, потом сам шаблончик, ну и там всячески
ухищрения идут. В скобочках идет тоже 2П, это значит 2 игрока, 4П это 4 игрока. Размеры карт. Минимальный размер, который можно для этого шаблона выбрать, S, то есть минимальная. Максимальный это M плюс U. U буква это подземелье, то есть до M с подземельем максимум можно выставить. Есть и шаблончики побольше, которые называются нормальными. Например, Balance, Cold Shadow Fantasy, Clash of Dragons, который играется вообще минимум XL, максимум XL с подземельем. Ну и много-много таких шаблонов. Если вы сборку скачаете по моей ссылочке, тогда тут еще будет шаблонов больше, чем есть у других игроков, поскольку некоторые шаблоны там еще я делал для каких-то турниров. Есть тестовые разные. Можно оригинал выставлять, играть на оригинале при желании. Есть тоже там, ну, в общем, можно даже самому делать целые сборки шаблонов, которые будут случайно выпадать. То есть делаете вроде как один шаблон, но на самом деле внутри него много, и они выпадают там случайным образом. Сделали свою сборку и поехали, да? При этом можно даже убрать название шаблона, чтобы соперник не мог изначально определить, какой шаблон выпал. Опытные игроки, конечно, когда они проведут разведку, они поймут, что это за шаблон и как дальше играть, скорее всего. Ну а для неопытных будет тяжело определить ситуацию. Так, едем дальше. Третий вариант, который у вас остается, это играть через программы TeamViewer, Hamachi, Game Rangers или подобные. В этом случае вам нужно будет нажать TCP/IP. Если вы создаете игру, то вы нажимаете Host и нажимаете на вот эту вот галочку. Название игры можно оставлять такое же, можно не писать вообще. Пароль тоже, в принципе, особого смысла нет ставить, можно без пароля. Нажимаете галочку, и создается вот такая вот игра. Здесь тоже можно либо случайную карту выбрать, либо показать доступные сценарии, но только когда к вам уже подключится кто-то из игроков. Еще один момент. Вы хотите изменить свой ник во время игры, да? Когда вы нажимаете на многопользовательская игра, вот здесь снизу вот написано Армагеддец. Вы можете написать как-нибудь по-другому. Единственное, старайтесь избегать пробелов, ну и русские символы иногда могут с пробелами не очень хорошо работать. Лучше знак подчеркивания написать в случае чего. Там, например, знак подчеркивания и один. Или как некоторые любят писать ники, там, например, через равно. Там как-нибудь вот так вот, я не знаю. Или там звездочки какие-то. Ну, в общем, каждый украшает свой ник, как пожелает. С этим вроде тоже разобрались. Если вы хотите подключиться к другому человеку через программы, о которых я вам говорил, и не играть через онлайн-лобби, тогда вы тоже нажимаете TCP/IP, нажимаете кнопочку «Найти». Возможно, игрок появится у вас вот в этом окошке, вы просто нажмете на него дважды, зайдете к нему. А может быть и нет. Вот здесь пишется ваш IP, но на него можете особо не обращать внимания, по нему вы не поиграете. Нажимаете вот здесь «Найти», вот здесь пишете IP соперника. Если, например, через Hamachi будет у вас игра, то в этом случае там будет начинаться IP на 25.12. Там, например, вот такое вот что-нибудь. И после этого вы, там, если человек создал с паролем, пишете пароль. Если без пароля, то просто нажимаете «Зайти» и все. Вот мы случайно ввели IP, поэтому нам пишет IP, конечно же, не найден. Так, давайте еще немножечко настройки с вами рассмотрим. Если вы нажимаете «Случайная карта», сверху выбираете шаблон, дальше выбираете его размер. Маленькая карта, средняя, большая, очень большая. И подземелье ставите или не ставите. Дальше выбираете количество игроков. Сколько будет? 1, 2, 8 и так далее. Вот этот вот нижний можно вообще не трогать. Это сколько игроков будет компьютерами. То есть человек не может быть этим игроком. Например, вот если вы поставили людей 8, то компьютеров уже быть не может вообще. Например, если вы поставили 4 человека, вы можете поставить еще до 4 компьютеров. Больше 4 не получится этого сделать. Тут тоже как сами решите. Например, решили играть в команде. Например, 8 игроков.
нажимаете командное соглашение «Настроить» и смотрите, кто будет в одной линии находиться, а не в одной команде. Например, вы хотите, чтобы красный игрок был в команде с зеленым. В столбике зеленого нажимаете напротив красного, все, они в одной строке, они вместе. Например, оранжевый с синим, хотите, чтобы играли фиолетовый с этим, а этот с этим, например. Все, вы поделились на команды и теперь будете играть таким образом вместе, к примеру. Причем вы будете видеть передвижение друг друга, разведку, которую вы проводите и так далее. Некоторые любят, например, играть против 8 компьютеров в одной команде. То есть красный на одной позиции, все остальных выставляете на вот такой вот. Они все будут играть вместе против вас. Таким образом вы усложните себе игру. Ну или добавьте себе там одного союзника. Вот у вас союзники здесь сразу же появились и те, кто играют против вас. Дороги случайным образом выпадают. Если вы уберете вообще дороги, будет сгенерирована карта, на которой не будет дорог вообще. Можно выставить, чтобы появлялись только быстрые дороги, остальные нет. Если поставите две галочки, будут выпадать или быстрые, или средние, или вот так вот. Только медленные и быстрые, или только медленные дорожки. Чем более медленная дорога, тем больше очков перемещений вы тратите при перемещении по ней. То есть, если вы хотите замедлить игру, ставьте медленные. Средненько можно сыграть. Можно ускорить игру по максимуму, чтобы по бездорожью вы бегали медленно, но по дорожкам могли нормально так ускоряться. Вода. Принято играть без воды, потому что с водой связано огромное количество багов. И если вы о них не в курсе, советую воду убирать. Можно выставить, чтобы был большой континент, который окружен водой. Можно вообще выставить, чтобы одни острова были. Случайно ставить, ну, на свой страх и риск. Вообще принято играть без воды. Запомните это. Сила монстров. Какие, насколько сильные монстры будут между зонами, там внутри зон, тоже можно здесь выставить. Ну, в основном играют все шаблоны или почти все сильными монстрами. Это, я думаю, тоже запомнить для вас будет не особо сложно. PvP опции здесь точно такие же, которые мы с вами рассматривали до этого. Есть еще снизу еще опции довольно интересные. Если вы включите галочку «Правила ХВ», в этом случае вам Исри и Видамини нельзя будет прокачивать никаких навыков. Ой, точнее, нельзя будет прокачивать Исри и Видамини некромантию экспертную до тех пор, пока они не прокачают все навыки, она будет просто скрываться при прокачке. Помимо этого, нельзя будет использовать свитки 4 и 5 уровня без отстройки гильдии магов. Нельзя будет против соперника на маленьких картах использовать специализацию по заклинаниям 4 уровня, пока вы гильдию тоже не отстроите. Против нейтралов в битвах можно будет, а против соперника, например, нет. Ну и многое другое подобного тоже будет использоваться. Прочитать про это вы сможете на портале Heroes World, либо в описании самого плагина. Дальше вы можете забанить объекты, которые не будут появляться на карте. Например, хилфорты — это форты на холме. Не хотите, чтобы они появлялись? Все, ставите галочку, их не будет. Картографы — они очень читерные. Не хотите, чтобы они появлялись? Убираем. Обелиски — не хотите, чтобы вы и ваш соперник раскапывали Грааль? Ставьте галочку, их не будет на карте. Сами настраивайте, в общем, как хотите. Дальше, если вы хотите, чтобы у стартовых героев не было ситуации, когда у них приходит только один стек юнитов, и вам непонятно, как сражаться, армии жутко не хватает, ставьте эту галочку, и всегда, точнее, вот эту, и всегда будет второй стек у героя тоже. То есть минимум два стека будет всегда. Третий там рандомно, а два будет всегда. Если вы хотите, чтобы все три стека были всегда, для этого есть отдельный плагин, который подключается. Если вы хотите, чтобы всегда был отстроен второй юнит у вас в городе, таким образом сбалансировать игру. А то у кого-то будет только первый уровень юнитов отстроен, а у кого-то и второй, и первый. И тот, у которого и второй, и первый, у него больше армии, например, на старте. Чтобы было балансней, можно поставить, чтобы всегда был отстроен второй уровень у обоих. И перестройка гильдии магов. Это нововведение, которое очень сильно упрощает и ускоряет процесс игры. Если вы поставите эту галочку, то в этом случае
когда вы все уровни гильдии магов отстроите в каком-то городе, вам можно будет собирать ресурсы на нужный уровень и перестраивать его с нуля. То есть вы собираете ресурсы, например, для отстройки первого уровня вам нужно, чтобы у вас там было там, 5 дерева, 5 руды или 10 дерева, 10 руды, точно не по-моему, по 5, и 2000 золота. В этом случае, вот если у вас столько ресурсов есть, вы зажимаете клавишу Shift на клавиатуре, кликаете по гильдии магов, и у вас открывается перестройка гильдии. Нажимаете «Перестроить первый уровень», все заклинания, которые были на первом уровне, пропадают, вместо них появляются новые. Причем учтите, что заклинания не повторяются до тех пор, пока все заклинания вы так не перестроите. Поэтому не хватает у вас, например, замедления, при перестройке оно может уже появиться. Но, например, есть уровни, на которых можно и 4, и 5 перестроек делать, пока вы найдете какое-то заклинание, потому что заклинаний мало, там на высокоуровневых уровнях заклинаний много, а стеков, слотов точнее, мало. В общем, вкратце как-то так. То есть можно быстрее за счет перестройки гильдии магов не начинать заново где-то гильдию строить и опять долго, нудно искать нужное заклинание, а просто построить все уровни, а потом перестраивать нужные уровни, пока не словите нужное вам заклинание. Но тоже имейте в виду, что в некоторых городах некоторые заклинания не появляются. Поэтому тут еще нужно знать механику игры. Вот в папочке с игрой лежит физмик, так называемая книжечка. Вот ее почитайте, чтобы ознакомиться с этими особенностями. И перестраивать или не перестраивать библиотеку при перестройке гильдии магов, это относится только к замку башни. В городе башня есть так называемая библиотека, которая расширяет количество заклинаний, слотов под заклинания на каждом уровне. Вот если вы хотите, чтобы у библиотеки не перестраивались при перестройке любой гильдии магов заклинания, а находились всегда в одном положении, тогда убирайте эту галочку, она не будет перестраиваться. А если вы хотите башенку прям усилить максимально, тогда сделайте, чтобы перестраивалась и библиотека вместе с заклинаниями на каком-то уровне. В этом случае можно будет еще быстрее, чем в других городах, попытаться найти нужные вам заклинания. Так, ну и помимо этого, еще интересный момент. Это, в общем-то, выставление таймера как такового. То есть, давайте, вот многопользовательская игра, два человека, случайная карта. И вот если вы нажмете «Показать дополнительные опции» снизу, здесь появляются герои. Игроки, да, например. Вы хотите поменять игроков местами, например. Нажмите на флаг, красный игрок пропал. Видите, здесь появился сразу же другой, плеер 2. Потом нажимаете на синий, здесь оказывается нижний игрок. То есть вот таким образом можно менять игроков между собой. Также здесь можно выбирать героев. Можно вот так вот кликать по стрелочкам, выбирать нужный город. Можно просто нажать на город. С HD-модом можно выбрать любой город сразу. И здесь же выбрать и героя нужного вам. Ну и выбирается бонус, какой вам надо. Золото. Чтобы больше золота было, от 500 до 1000 золота на старте больше. Ресурсы. За каждый город, кстати, ресурсы разные. Здесь, например, дерево и руда. У крепости тоже. Здесь ртуть. У замка. Это тоже дерево и руда. У оплота это кристаллы, ну и так далее. Тут уже каждый тоже для себя сам решит. Тоже довольно удобная вещь. Далее можно выставить таймер. То есть можете играть вообще без таймера, например, выставить классический таймер и поставить в самый конец. Будет не ограничено. Каждый из вас может ходить сколько влезет, и второй будет сидеть и долго и нудно его ждать. Можно выставить, сколько минут будет ходить. 1 минута, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 и неограниченный. То есть, когда заканчивается таймер, ход автоматически передается сопернику. Во время боя в классическом таймере, его еще называют содовский таймер, время не идет, то есть в бою тоже можно бесконечно сидеть и думать, как вам лучше походить. Поэтому этот таймер не очень любят, из-за того, что некоторые начинают наглеть и специально лезть в бои, когда им нужно куда-то отойти, и у них таймер не идет в это время. Пользуются в основном шахматным таймером. Здесь есть три цифры.
первая цифра. В общем, можно пользоваться одним из тех таймеров, которые уже выставлены. Они популярны по разным причинам. Можно выставить свой. Для этого нажимаете «Другой». Значит, смотрите, первая цифра означает, сколько таймера вам дадут в первый день. И первый день вы можете ходить нужное количество минут, например, 21 минута 00 секунд. Можно выставить меньше, например, вы хотите давать на первый день 16 минут, да? И дальше вы выставляете, сколько минут будет добавляться каждый следующий ход. То есть, например, вам дали 16 минут. Из них вы 6 минут ходили и передали ход сопернику, у вас осталось 10 минут. Наступает следующий день. Сколько вы хотите, чтобы минут вам с каждым новым днем добавляли к тому таймеру, который у вас есть? Ну, например, 6 минут, да? Таким образом, у вас добавляется еще 6 минут, у вас опять получается 16 минут, и вы опять ходите. Кроме этого, можно еще давать таймер на битву. Во время битвы добавляться будет, ну вот в данном случае, например, 1 минута 15 секунд. Когда это время закончится, если вы долго проводите бой, у вас начнет отниматься основной таймер. И если во время боя у вас таймер закончится полностью, вы этот бой все равно будете проводить до конца, но как только этот бой закончится, ход сразу же передастся сопернику, вы не успеете даже ничего толком сделать. Поэтому нужно с этим делом очень аккуратно. Но зато, играя шахматным таймером, ребят, есть стимул ходить быстрее, чтобы накапливать таймер, и когда у вас будет сложная ситуация, чтобы лучше подумать. Второй момент, во время боя вы не будете куда-то далеко отбегать, потому что идет время, и вы не будете все это дело игнорировать. Ну и в целом более гибкая настройка, да, под себя или под соперника всего этого момента. Но также имейте в виду, что нужно ставить галочку по принятию ходу, чтобы все начиналось, чтобы таймер не шел, пока вы ход не примете. Потому что иногда все-таки отойти надо, а в противном случае соперник может ходить очень быстро, и вы просто, не приняв ход, куда-то отошли, приходите, а уже 2-3 дня прошло. У меня такое тоже бывало, когда соперник без моего ведома ставил, убирал точнее, эту галочку, и начиналась ерунда. Так, с этим вроде тоже разобрались. Вот, начинается игра. Есть еще галочка, в принципе, PvP битвы с нейтралами. Если эту галочку поставите, то как только соперник будет атаковать любые нейтральные войска, поле битвы будет видно и вам, и сопернику, и вы будете управлять теми нейтралами, на которых соперник напал. Вот у нас целый турнир проводился, он недавно закончился. Турнир подписчиков 2018. Вот если хотите наглядно посмотреть, как все это дело происходит, посмотрите этот турнир на канале Armag Play. Возможно, вас это заинтересует. Но в целом играть с этой галочкой очень долго, поэтому лучше ее все-таки снимать. Ну и не забывайте за правила. Включать-выключать. Если хотите играть без вот этих вот правил и ограничений, убирайте лучше. Когда вы создали игру в онлайне, то у вас немножечко меняются сами опции по кнопочке «Еще опции». Здесь можно поставить галочку «Защитить сохранение паролем». В этом случае вы будете играть с паролем. По вот этой кнопочке вы можете видеть, какой пароль вы ввели. Можно вообще случайно сгенерировать. Его будет крайне тяжело взломать. Можете писать вручную какой-то пароль. Тут уж как вы сами придумаете. И если можно играть с одновременным ходом, то есть он оплачен у обоих, тогда можно здесь еще галочку ставить «Одновременные ходы» и выставлять, до какого дня можно будет играть с одновременным ходом. То есть до какого дня вы ходите одновременно, а после которого опять включается пошаговый режим, и вы играете как обычно. Ну, вроде все. В этом плане. Еще вот здесь вот чатик для переписывания с соперником. Можно писать что угодно. И есть кнопочка «Скрыть чат», если вы не хотите видеть, что вам пишет тот или иной соперник. И вот здесь внизу справа есть кнопочка, но это для общения в онлайн-лобби. Вот если вы в лобби зарегистрировались, лобби — это игровой сервер, в этом случае вы сможете поглядывать во время игры, что там творится, и здесь будут циферка появляться, если вам кто-то что-то написал. Если раньше во время игры... Кстати, по поводу игры, если вы хотите переписываться с соперником во время игры, для этого нужно нажимать клавишу Tab слева на клавиатуре, пишите сообщение и нажимаете Enter. Таким образом, сообщение. Ну и раньше по старинке там через F2 можно было всякие сообщения посылать и так далее, но сейчас все это дело изменили. Ну и дальше создается, в общем-то, сама карта, которую вы можете
бегать, ходить, играть и так далее. Ну что, думаю, что для первого видеоурока, такого ознакомительного, настроечного, наверное, и все. Дальше нам нужно будет с вами непосредственно уже в самой игре какие-то игровые моменты анализировать. Тоже начнем с самых-самых базовых понятий, наверное, с вами, с горячих клавиш и так далее. И потихонечку-потихонечку будем продвигаться. Ну, просто чтобы сами уроки не были очень сильно долгими, потому что я знаю, что смотреть их вы не любите, когда они долгие. Ну что, у меня на этом все тогда, ребят. Всем спасибо за внимание, всем пока. Надеюсь, видео было для вас полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы мне было видно, что данные видео для вас полезны. У меня на этом все. С вами был Армак. Всем пока. Любите героя, играйте в героя.